Здравия желаю, уважаемые братья и сестры. Сегодня мы опять победили рептилоида. У нас вечный двигатель на базе мотора от стиралки и клатор. Сейчас включим, посмотрим, как он работает. Применяется реле Амрон 1 к 10. Включаем. Пошел, видите? Латер включается на одну секунду, разгоняя мотор. Ведь включился латер, мотор пошел. Расход при этом нулевой. Ток взял и вернул. Видите, ток взял и вернул. То есть нулевой расход тока. А скорость при этом все время усиливается. Почему? Почему скорость усиливается? Потому что запас старый копится, и постепенно все быстрее, быстрее, быстрее. Как видите, вырабатывается ток тут, применяя... Оно что-то мне не срабатывает. Применяя улавливатель тока. Значит, на латере у нас стоит... Латер откручен на полную, на 120 вольт. 120 вольт. Видите? Поэтому скорость все быстрее и быстрее. То есть, почему так происходит? Потому что мы подаем одну секунду, система разгоняется и работает на своем самозапите. А ток 10 секунд. Возвращается назад в электрические сети. А почему скорость убыстряется? Потому что накапливается тепловое вещество, то есть инерция, тепловая инерция. И как видите, скорость все больше и больше и больше. То есть секунду работает, мы запустили, и ток пошел. Но он не взаимодействует с источником питания, потому что мы выключили на реле. И поэтому ток, который остался вот от латера, вот это. Вот, ребят, провод, видите? Вот провод. От сети до латера этот ток возвращается назад. А система работает на своем токе. Благодаря этой системе мы можем... делать любые вечные двигатели любой мощности. То есть здесь у нас небольшая мощность, а если взять 1000 раз, подать сразу, допустим, там 380 вольт, маховик сделать побольше, мотор побольше, это будет вечный двигатель для электромобиля, для генератора, для любых, как говорится, устройств. Методом масштабирования. А сейчас, уважаемые братья и сестры, я покажу вам схему. Итак, схема изделия. Маховик от колеса, мотор от стиралки 300 ватт, латер 120 вольт и реле Амрон 1 к 10. Включаем на секунду латер на 120 вольт, он дает, ребята... Запускается система и работает на своем токе в течение 11 секунд. За 11 секунд ток возвращается назад в электросети. Почему? Потому что здесь мы закрыли. Мы когда вызвали ток своим маховиком, запустили, у нас ток пошел сюда. А тут закрылось. И он ток вернулся назад. Благодаря этой системе вы сможете бесплатно, значит, делать любые мощности моторов, любой мощности методом масштабирования. То есть это, ребята, универсальная схема, макет на небольшую мощность. А если народ поможет, мы можем создать типа коллайдера, это может мощность быть мегаватты, гигаватты, тераватты, любую мощность.
раскрутим и будет давать ток на большой город или даже на страну. Смотря как, какая мощность. Если у нас здесь, допустим, там пару тысяч оборотов, то будет оборотом, допустим, миллион оборотов в секунду. И тогда он будет не 10 секунд, ребят, крутиться на самозапите. Одни. Запустил, он несколько дней дает ток. Снова запустил. Вот так она и работает. То есть это система вечного двигателя на реле Амрон. Схема разделения токов. Благодарю вас за внимание и желаю всем крепкого, железного, богатырского здоровья и исполнения всех ваших желаний.